что это наших молодых еще нет. А пусть они хоть совсем не являются. 3 дня знакомы, и вдруг здрасте, пожалуйста. Муж и жена, примите поздравления. Ура, бис. Вот мое... Чего? Я говорю, вот мое родительское слово. Я против таких скороспелых браков. Да ты что? Ты что? Вы водку лакаете, гостей не дождавшись. А может, я лакаю для равновесия? А может, меня такие браки не удовлетворяют? 3 дня знакомы. Не 3. А сколько? 4. Ох. Эй. Надрался уже. У тебя же нос синий. У вас голубой. Так не тронь. Не тронь мое самосознание. О. Приперлись. Платье готово? А твой-то где? Жених-то? В парикмахерскую зашел. Причесаться, сейчас придет. Очень мило. Очень современный брак. Невеста одна является. Молодой в парикмахерскую зашедший. Не мог заранее болваниться. Все правильно, все верно. А вот я, может, за месяц готовился к таинству брака. Я, может, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню. Надрались уже. Поздравляю. Поздравляю. Костей! Платье-то! Грубый век. Грубые нравы. Романтизма нету. Не дают человеку спокойно жить. Поздравляю!